Эта тропинка должна вести к базе криков. Сторожка и пара башен. Пара снайперов наверху. Чувствую себя почти как дома. Черт! Помоги! Он не бессмертный! Завалим его! Ничего! Впереди снайперы. Большая змея, а если голодная? А, только не ты! Много никогда не бывает. Ты умрешь, а я посмеюсь. Мы остановим его. Тревога! Где мне взять нормальное оружие? Ты не заставишь меня говорить. Я ни хрена не скажу. Гранаты в шкафу, в кладовой. Нападай, я его поддержу. Осторожно, это он! Тем же успехом можно было и в дверь позвонить. Заслон. Нужно подобраться поближе.
сегодня умрешь! Что здесь происходит? Ты пожалеешь! Думаешь, ты крутой? Криков ненавидит Америку и хочет, чтобы мы убивали американцев! Ты умрешь здесь, ясно! Они хотели меня в офис засадить! У нас потери! Какая удобная цель! Ты мне здесь не нужен! Что ты здесь делаешь? Я осматриваю, что здесь происходит. Даже как и ты! Пытаюсь остановить психа! Всё! Теперь я тебя убью! Что-то ответ у тебя маловато. Объединимся? Да пошёл ты! Да, постарайся не стрелять мне в спину. Пойдем. Нас больше! 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 Важно качество. Подожди, электронная дверь. У меня есть коды. Поживее, Касл. Хороший выстрел, Касл. Боеголовку на Нью-Йорк! Лажа полная! Ты уверен, что не будешь участвовать в Фьюри? У меня свои счеты с Криков. Погоня становится быстрой, Касл, а ты не успеваешь! Криков! Они уже здесь! Нам нужна помощь! Хватит стараться встанывать за солдаты! Позовите меня, когда я должен! Будешь говорить, дольше станешь жить! Нас все время умереть! Ты думаешь, что можешь меня запугать? Я убью тебя за это! Нужны патроны! Я любимый подчиненный Крикопфа! Отпусти меня! Где оружие хранится? Ты не посмеешь! Там нет оружия! Вниз по коридору, оружейный склад, код доступа 48326. Не убивай меня! Они идут. Подготовься. Фьюри, Криков где-то в здании. И чего же мы ждем? Я не подрушу!
не уйти. Следующий раз голову пригни. Сюда, вперед! Теряю время со щенками. Нужно найти криков. Вот он! Ха! Расстрелял! Что ты мог? Посмотрим, кто первым до крипов доберется, Фьюри. А вот и пусковая площадка. Только так можно пройти. Притаились. Надо выманить их, пока я не буду у них как на ладони. Должны закончить эту встречу, старовяк. Будет больно. Никогда не узнаешь. Ньючи русскими. Ньючи русскими. Помогите! Держи его! Я помогу!
нормально. Сейчас. Фрэнки, у нас весь день. Хреново быть тобой, Фрэнки. Альфа, доложи! Что здесь делает бычий глаз? Какого черта мне это знать? Большой босс ничего мне не говорит. Большой босс нанял его для охраны. Он использует какой-то особенный жилет. Эй, Фрэнки, ты как раз вовремя. Удары ты в них. Не дайте им. Якудза, а они что здесь делают? Давай, ты же крутой! Ходить.
Ага. Еще одно звено. Последний раз. Где? Каратель! Я что-то узнаю! Кажись, я знаю, что ты там. Он нас настолько! Ему хана! Оставайся здесь, пока стрельба не прекратится. Оставайся здесь, пока стрельба не прекратится. Выходи, хряк, мы тебе не причиним вреда. Помогите кто-нибудь, он... Чёрт! Каратель нас всех не перебьёт. Эх, спасибо! Черт, я замерзаю! Все равно оставайся здесь. Давайся! Не дайте ему уйти. Я уж было подумал, что мне конец. Я не буду уже скучать. Найди новую работу. Этот завод закрывается. Не тормози! Стреляй! Сюда! Эти парни внизу дверь заблокировали. Цех обработки по туннелю за мной. Дерьмо! Получай! Берем его! Вот, блин, они Ир не достали. Помогите, пожалуйста, помогите! Всегда за мной происходит. Оставайся здесь. И нас не одолеть. Вот блин. Целься в голову. Вставай, клоун. Стреляй, чувак. Не тормози! Стреляй! Сейчас! Смотри, это он! Я сам.
А если он найдет лабораторию? Ха-ха, он никогда этого не узнает. Давай проверим. Надо найти лабораторию, Ньючик. Закрываемся, парни. Якудза. Надо закрыть это место теперь навсегда. Здесь кто-то есть, а? В атаку! Берем его! Как мне отсюда выбраться? Ты здесь умрешь! Я не буду тебе помогать! Я хочу жить! Я передам им по радио, чтобы они открыли! Звони! Ситуация под контролем! Откройте дверь! Щит здесь! Надо поаккуратнее стрелять! Началось мое подкрепление. Она взорвется, если я туда полезу! Как мне обезвредить бомбу? Ты не можешь просто пристрелить его! Я не знаю, перестань! Я скажу, только отпусти! Давай, а я посмотрю. Если он умрет, ты умрешь. Сначала зеленая область, потом красная. Ага, штаны за уши. Бомба не игрушка. Ну куда? Куда мне идти? Смотри, где трупов побольше, там и прячься. Беги! Он прям... Помогите! Они нас убьют! Нельзя! Прикрою! Снимите с меня
эту бомбу! Я быстрее! Почти. Есть. Спокойно. Вот, разрядил. Да кто, блин, эти застрелы? Меня тошнит. Надо убираться до прихода полиции. Еще одна закрытая дверь. Следующую я стреляю. Спасибо за помощь, каратель. Не за что. Вечное солнце собирается. Продолжаем нашу экскурсию. Слева от вас находится... Пожалуйста, не волнуйтесь, охрана сейчас подойдет. Что происходит, мистер Касл? Что это было, доктор Фриман? Возможно, группа квантовой физики все же открыла этот портал между измерениями. Пришельцы из другого измерения. Интересно, как они выглядят? Леди и джентльмены, сохраняйте спокойствие. Это просто буровая установка. Пойду-ка я посмотрю. Слушай, тебе здесь не место. Боже мой! Помогите! Вызовите охрану! На помощь! Мы нашли его! У Тони какие-то проблемы с размерами. Давай, помоги мне распаковать. Мы должны быть готовы к возвращению. Мистер Касл, ты... Я смотрю в мониторе охраны. Везде творится что-то ужасное. Похоже, в Старк маловато охраны. Здесь карабины. Здесь почти чисто. Осталось заместить несколько секций. Почти. Закрыл? Нет еще, куда пошел? Тревога! Посторонние в экспериментальных лабораториях! Всем подготовиться! Кто бы ты ни был, тебе конец! Систему безопасности. Я не знаю. Нет, стой!
Мы заново включили систему безопасности, чтобы все закрыть. Отпусти меня, пожалуйста! Сдавайся или умри! Перезагружаем систему безопасности. Снова есть доступ. Кусо, здесь нет планов! Нас... Серьезнее. Тут нужно что-то посерьезнее. Что ты здесь делаешь? Все американцы такие жестокие. Меня сейчас тошнит. Пазл послал нас, чтобы выкрасть броню в Iron Man. Американцы такие жестокие. Меня сейчас тошнит. Пазл послал нас, чтобы выкрасть броню в Iron Man.
Расскажи мне то, чего я не знаю. Все американцы такие жестокие. Меня сейчас тошнит. И тебе. Серьезнее. Пора разобраться с Таги. Давай по порядку. Саном взял 100 бойцов, они запрыгнули в броневик. Здесь день экскурсии. Ушел вам. Что происходит? Назад, или она умрет! Сам. Я сам мог это сделать! Скоро закончим. Здесь сканер сетчатки. Нужна помощь, чтобы попасть туда. Эй! Музыку сделай тише! Там что-то происходит. Наверх. Тебе нужно воспользоваться личным лифтом Такаги-сан. Один из его белых команды может его открыть. Сколько там Такаги людей? Более 100. Нет,
цель! Саном взял 100 бойцов, они запрыгнули в броневик. Кто ты? Стоять! Что? Руки что происходит? Назад! Или она умрет! Нас слишком мало! Не дай ему уйти! Здесь сканер сетчатки. Возьмите его! Нужна помощь, чтобы попасть туда. Сделай тише! Там что-то происходит! А? Какого хрена я здесь сделал? Самурайская смерть! Каратель! Наверх. Тебе нужно воспользоваться личным лифтом Такагисан. Один из его белых команда может его открыть. Сколько? Кто бы ты ни был, тебе конец. Ты для меня откроешь лифт, Такаги. Никогда! Моя не подходит! У меня патроны кончились! Согласен! Отведи меня к сканеру. Давай, пешком. Вот ублюдок! Не дайте ему уйти! Пойдем. Ты здесь? Я убью. Нужно подкрепление. Он у нас не уйдет. Такая где-то здесь. Что-то не так. Слушай, мистер Касл. Я проиграл. Я знаю. Вечная... Нужно выбираться. Этот ключ должен подойти к офису Такаги.
Надо попробовать секретную дверь. В соответствии с этим, секретная дверь за картиной возле лифта. Дверь на таймере. Нужно держать, пока не откроется. Открой. Кто бы ты ни был, тебе конец. Нет! Контролируется компьютером. Я не знаю пароля. Пусти меня, я ее открой. Каждый мертвый гудза означает один выживший невиновный. Взять его! А дальше у меня встреча с копами. Посмотри, кого я поймаю, когда буду. Сейчас я в Ryker. Здесь сейчас все взорвется. Надо найти пазл, пока он не сбежал. Без охраны с Дикс, у меня для тебя прописана свинцовая клетка. Не убивай, я в тюрьму беру. Кассел, наверное. У них там мой приятель, а у него ключи от выхода. Я тебе за него отомщу, падла. Это не правда. Поздняк метаться. Давай, Касл. Да стреляйте в него хоть кто-нибудь. Ты труп. Хват уже здесь. Удачи. Пришла пора платить. Вот дерьмо. За 20 лет ни разу не болел. Все охранники, немедленно собраться на строительной площадке. Это не учебная тревога. Ты труп, Касл. Мы знали, что это рискованно. Не думал, что так много якудзов живых осталось. Меня кто-нибудь слышит? Они убивают нас в мастерской, нам нужна помощь. Больной ублюдок. Не выйдешь, я тебя замочу. Да не гони ты в натуре. Всему персоналу срочно эвакуировать административное крыло. Повторяю, срочно эвакуировать административное крыло. Критическая ситуация, боже, много жертв среди офицеров. Смертники, лучше бы они были бы все в клетках. Пусть эта падла сдохнет медленно и красиво. Сегодня умерло достаточно копов. Вау, башка этой сви... Его мочи! Отстой его! Пусти меня. Теперь нужно сказать мне что-нибудь полезное. Жри дерьмо, раз. Я ни черта не знаю. Пазл всех нас отсюда вытащит.
пазл скоро негде будет спрятаться. Пазл вытащит отсюда того, кто убьет его. Остановите его, идиот! Черт! Пазл. Ты узнаешь, когда он тебя убьет. Я не знаю, где он. Кабинет начальника тюрьмы. Он там. Я тебя не боюсь. Это не слишком сложно. Каратель нас всех и перебьет. Давай, ты же крутой. Он нас нашел! Каратель. Говори или умри. За это ты умрешь. Я ничего не могу тебе сказать. Когда мы освободим пазл, вечное солнце будет управлять Нью-Йорком. Вон он, дай ему сбежать. Последнее желание, каратель! Пазл скоро негде будет спрятаться. Пазл вытащит отсюда того, кто убьет его. Эй, это тот, кого пазл. Я там. Это не так уж круто. Где пазл? Ты узнаешь, когда он тебя убьет. Я не знаю, где он. Кабинет начальника тюрьмы. Он там. Трос! Мы можем его... Тебя не неудобно вышло. Теперь нужно сказать мне что-нибудь полезное. И это каратель? За это я тебя уебу! Тебе меня не сломать! Чик захочет заложников. Не на дайте ему уйти. Слышал, ты хочешь мне что-то сказать? За это ты умрешь. Я ничего не могу тебе сказать. Когда мы освободим пазл, вечное солнце будет управлять Нью-Йорком.
Скоро все кончится. Говори или умри. Скоро все кончится. Я тебе ничего не скажу. Да не заставишь ты меня говорить. Пазл приказал перегруппироваться на крыше. Теперь нужно сказать мне что-нибудь полезное. За это ты умрешь. Я ничего не могу тебе сказать. Когда мы освободим пазл, вечное солнце будет управлять Нью-Йорком. Каратель нас не перебьет. Медлительным. Теперь нужно сказать мне что-нибудь полезное. You are without honor. I have nothing to tell you. Jigsaw blames you for his disfigurement. Мы нашли его. Похоже, он устал. Берем его. Кабинет начальника тюрьмы. Где пазл? Назад на крышу! У нас гость! Может, вертолет? Это все, что ты можешь? О! Твой последний. Танец, Касл, ты уж постарайся. Пошел прочь. Слышал, ты хочешь мне что-то сказать? Неважно, что ты со мной сделаешь. Ты теряешь время. Смотри, постарел заметно. Пазл убьет тебя при встрече.
это все, что ты можешь? Будет не хватать тебя, когда ты умрешь. Последний танец, Касл. Ты уж постарайся. Посмотрим на казнь.